Алексей у нас путешествующий, так что сегодня печечку затопила и пойду управляться. Ну что, курочки, все нормально? Как ваше здоровье? До весны дожили не все, да? Что-то скажи, то ли старые куры были, некоторые поумерли. Вот, а где-то была курица, вон она. Вот эта красотка. Мы ее купили яичком. Знаете, чуть ли не... Ну сколько, вот 7 лет точно назад. Этой курице 7 лет. Я ее сама в инкубаторе вывела. И она практически каждый год выводит цыплят, высиживает. Да, Петя? Вот тут у нас свои персонажи реальные. Сегодня на улице вообще минус 15. Как-то холодно для середины марта. Ну ничего. Белые курочки, это свежие. Это вот как раз, которых куры вывели. Вот они все живы. В гнездышко заглянуть. Курочка сидит. Так, ну что, граждане? Помаленечку тут массажиком занимаетесь. Сегодня придется чистить у вас мне. Небольшое удовольствие, конечно, ну что сделаешь, бизнес, как говорится, ничего личного. Так, ой, ты что тут за любопытная рожица, а? Хорошенький беленький козленок, это же два девочки здесь, козочки, хорошие, ну давай, вот так. Передаю привет, скажу всем. Всем привет. Да, и я привет передаю. Да, Луна, передаешь привет? О, Алексей вчера сено наложил им, так что сегодня достаточно. Потом надо будет доставать новую партию вкусняшек. Кто там сидит? Эй, козочка? Не, козочка с сережечками. Зачем тебе сережечки? А, миленькая? Зачем сережечки тебе? Для красоты, скажи. Ну, не у всех они есть. Не у всех. У кого-то есть, а у кого-то нету. А мне достались.